Глазирование – это особая технология приготовления овощей, благодаря которой они сохраняют свою текстуру и аромат. Есть разные способы приготовления, я хочу показать один из самых простых. Подробнее, как приготовить глазированные овощи, я расскажу ниже. По этому принципу можно приготовить любые овощи, особенно хорошо подойдут корнеплоды. Маргарин можно заменить на кокосовое рафинированное масло. Вместо специй можно взять свежую веточку тимьяна или розмарина. Картофель 2-3 штук. Морковь 1-2 штук. Цукини 1 штука. Чеснок 3-5 зубчиков. Итальянские травы 1 чайная ложка. Маргарин 30-40 грамм. Сахар 1 столовая ложка. Соль 1/2 чайных ложки. Черный перец по вкусу. Вода по вкусу. Количество порций 2. Подготовьте все ингредиенты. Нарежьте овощи на одинаковые ломтики среднего размера. Разогрейте на сковороде маргарин, добавьте специи, соль, сахар и чеснок. Дождитесь раскрытия аромата. Переложите в сковороду картошку и морковь. Налейте воды так, чтобы она только покрывала овощи. Накройте сковороду пергаментом, оставьте на 10 минут тушиться на средне-низком огне. Затем добавьте цукини. Снова накройте пергаментом и тушите до испарения жидкости. В конце перемешайте, чтобы овощи полностью покрылись глазурью. Глазированные овощи готовы. Приятного аппетита!